Смотрим, что в Acara Home добавил реле вот это Т2. Здесь в настройках выбрал импульсный режим. Сухой узел, импульсный режим. Ширина, длина импульса, допустим, 400 миллисекунд зададим. Ширина импульса. То есть реле Т2 добавлено в Acara Home через шлюз Acara. Затем подтянуто в Алису. Здесь выведен сухой контакт на кнопку Xiaomi Mi Home. Теперь, то есть, голосом через Алису имитируем нажатие кнопки Mi Home с помощью сухого контакта. Включи канал 2 в доме К. Включаю. Выполнен щелчок, одиночный клик, то есть можно еще долгое нажатие настроить. Одиночный клик, либо долгое нажатие, ну, условно работает. А уже Mi Home можно по автоматизации делать что-то. Если нажата кнопка, то что-то можно сделать, что хотите. Такой вот костыль применения реле Acara Т2, сухой контакт. Ну или просто в Acara Home то же самое можно заводить автоматизации. На клавишу нажать, тоже импульсный режим, сухой контакт сработает. То есть будет якобы щелчок вот здесь выполнен. На кратный клик.